Спутник снял видео момента разрушения в Индонезии. Видео показывает, как грязевые потоки сметали на своем пути жилые здания и сооружения, автомобили и деревья. Спутник зафиксировал момент разрушения двух районов индонезийского города Палу, Балара и Питаба в результате землетрясения. Соответствующее видео в пятницу, 6 октября, опубликовал в чиновник из Нацсовета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурвонугроха. Отмечается, что стихийное бедствие вызвало разжижение грунта. Набрав стремительную скорость, грязевые потоки сметали на своем пути жилые здания и сооружения, автомобили и деревья. Власти призвали объявить наиболее пострадавшие районы Палу массовыми захоронениями и прекратить поисковые работы, поскольку из-за большого количества тел спасатели могут заразиться такими заболеваниями, как тиф или холера. Сообщается, что спасателям удалось извлечь из-под завалов тела 1763 погибших, около 5000 человек считаются пропавшими без вести. Напомним, землетрясение магнитудой 7.5 произошло 28 сентября у берегов Сулавеси. Подземные толчки привели к образованию цунами. Новости от Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.